Следить за состоянием городской среды – прямая обязанность руководителей районов, подчеркивает мэр. Сейчас же, после снегопадов, этот вопрос стоит наиболее остро. Городу необходимо придать красок. Непогода подпортила внешний вид улиц курорта. В удручающем состоянии и дороги. Практически все замусорены и даже неопрятны, особенно на прибордюрной части трасс. Объезд завершился в Красной Поляне. Здесь Анатолий Пахомов также обращает внимание руководителей района на санитарное состояние улиц, в том числе и на грязный снег, который давно пора убрать с обочин. Поручает также обновить, а местами и восстановить заборы частных домовладений, которые к Олимпиаде приводились к единому архитектурному облику. Ограждения требуют покраски и реконструкции, не говоря уже о санитарном состоянии самих дворов. Но это уже зона ответственности самих горожан. Нерадивые наши хозяева, они подрывают и наш авторитет, и наш имидж, самое главное. Мы очередной раз будем представлять Россию. И, конечно, негоже, если те, кто приедут в гости к нам с других стран, чтобы они увидели, что ой, как там во дворах у них грязно, как у них нехорошо. Дали мы нашим главам районам время до субботы, чтобы они серьезно занялись частным сектором, чтобы смотивировали жителей навести порядок во дворах. Мы дали поручение всем нашим дорожникам, чтобы были помыты дороги и федеральные, и краевые. И, конечно, городская среда – это склоны, это тротуары, подземные переходы. Все это необходимо привести в надлежащий санитарный вид. На наведение порядка меньше недели. Уже 22 февраля Сочи принимает очередной поток гостей. Стартуют Всемирные военные игры. Не за горами и экономический форум.